Стратегия 2035 – это основополагающий документ, от которого зависит, как будет развиваться Нижегородская область в ближайшие десятки лет. Цель стратегии – улучшить качество жизни в регионе, а значит, в ее создании должны принимать участие все слои населения. К разработке проекта привлекают не только экспертные организации, но и всех, кто проявляет активную жизненную позицию. Губернатор реально заинтересован в предложениях, которые могут поступать от и руководства, и от депутатских собраний, депутатских, городских дум, от администраций, просто от людей. И вот очень хорошо, что сегодня вот молодежь тоже в этом смысле сегодня здесь собралась. В проекте представлено 9 направлений, которые охватывают все сферы жизни населения. Первое посвящено продолжительности жизни и здоровью. В разделе физкультура и спорт особое внимание уделяется вопросам управления объектами, которые были построены к Мундиалю, и созданию площадок для воркаута. И если первый прямого отношения к нашему городу не имеет, то второй в последнее время стал особо актуальным. И у активистов движения воркаута в нашем городе появились конкретные предложения. Хотелось бы новую площадку. Я в резиновом покрытии, как вот на пойме реки Сати. Побольше. Вот там просто идеально получается. После небольшой дискуссии было принято решение прописать конкретные предложения, как должны выглядеть зоны для занятий этим уличным спортом, и направить их губернатору. После участники молодежного совета при главе города перешли к более глобальным вопросам, а именно программе строительства ФОКов в районах. Вот интересный вопрос. Стоит ее завершить? Конечно. Все люди ждут в других районах, потому что там программа была на все районы. Конечно, вещь хорошая в этом плане. Как бы, наверное, надо предложить все-таки завершить строительство. Мы готовы и по концессионной схеме его строить. Ведем переговоры с инвесторами потенциальными. Значит, причем с софинансированием города в это дело. Поэтому для нас это актуальный вопрос. Не обошли стороной и такой актуальный для молодежи вопрос, как образование. Даже трудоустроившись, многие юноши и девушки хотят получить второе высшее или просто повысить свою квалификацию, но не каждый может совмещать учебу и работу. Продумать программу дистанционного обучения в ведущих вузах страны. Такое предложение губернатору сформировали участники заседания. Вроде бы сейчас направление на цифровизацию, и как раз для того, чтобы вот обеспечить стратегическую цель, да, это равные возможности получения высшего профессионального образования, необходимы, конечно, онлайн-форматы. Предложений было много. Все они занесены в протокол и будут представлены и рассмотрены на стратегической сессии, которая пройдет 16 августа в Нижнем Новгороде. У вас тоже еще есть время повлиять на будущее нашего региона. Стратегии посвящен интернет-портал, на котором каждый желающий сможет ознакомиться с проектом, задать вопросы и внести свои предложения. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.